Начнем мы звуков. Звуки будут очень-очень-очень-очень крутые, друзья. Я вам скажу честно, эти звуки валяются на закрытом форуме. Ну как на закрытом, эти звуки очень-очень старые, им я не знаю сколько лет уже. Привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Дэнни Тайсон, мы играем на проекте Wolf Roleplay. Да, друзья, простите меня, что так долго, уже 3 дня, считай, роликов не было, даже 4. Честно скажу, забылся, потерялся во времени. Ну, то, что потерялся, короче, были некие проблемы, понял, что нужно двигаться дальше и, как бы, закрыть на это глаза. В общем, неважно, что у меня там произошло, в этом нет ничего такого для вас серьезного, это, там, у меня свои мутки. Вот. Ну и чё, при регистрации указывайте, как обычно, хэштег промокод Тайсон, получаете буст аккаунта, играю я на 01 и 02 сервере, на данный момент я играю на сервере, не скажу каком, читайте в описании, айпишник. Вот, пока мы попросились в Баллас, нас должен сейчас лидер принять, и как нас примут, у меня будет для вас подарочек. Какой подарочек, я вам сейчас озвучу. Друзья, я в своей группе создал опрос о том, что вот эту неделю у меня должно выйти 4 ролика. Ну, то есть у меня всегда по плану 4 ролика, друзья, в неделю. Специально, чтобы не забивать так канал, и выходили регулярно, то есть мувики, чтобы удивлять аудиторию. И я спросил, что вот, пацаны, вам нужно, что вы хотите? Сделать неделю подарков или же каптурчики? И многие ответили, что лучше сделать неделю подарков. И попробую я за эту неделю сделать вам очень красивую GTA. Наверное, начнем мы звуков. Звуки будут очень-очень-очень-очень крутые, друзья. Я вам скажу честно, эти звуки валяются на закрытом форуме. Ну как на закрытом, эти звуки очень-очень старые, им я не знаю сколько лет уже. Но их сейчас никто не юзает, и даже никто о них, наверное, не знает, и никто их даже никогда не слышал. Скажу, ну я вам говорю честно, пацаны, не я их создавал. Однако они очень крутые. И сейчас, как меня примут в Баллас, я вам продемонстрирую эти звуки. Нас приняли в Баллас, теперь наша задача замутить очень много. Значит, мы делаем дигл, мы делаем шотган и мы делаем рифлу. Я понял. Друзья, нам нужно отъехать, переодеться, отъехать в зону, где не будет такого мяса, и попробовать заснять заново. Потому что, ну, это как бы очень и очень не круто. Вот, у меня там до сих пор все меняют ранги, не могут лидеры разобраться, какой мне ранг дать. Ну, бывает. Ну да, друзья, я в Баллас, тут вроде Баллас новый ледак. Я замечал, уже заходил, что он не первый день. Поэтому, что ж, наверное, мы будем все находиться в Баллас, поэтому кто желающий, приходите ко мне. Я не знаю, лидер даст мне 9-й ранг или не даст. Но в любом случае пишите вот Эндрю Нуэстро, это лидер Баллас. Всегда можете написать ему, чтобы он вас принял без каких-либо проблем, я думаю. Напишите просто от Тайсона и все. Ну а теперь мы едем переодеваться и показываю я вам звуки, друзья. Вот мы и приехали, здесь, кстати, вроде даже FPS получше. Правда, дигла у нас немного, поэтому будем стрелять не сильно много. Ну да ладно. Ну, FPS мне не нравится. Ну. Вот такие звуки дигла. Надеюсь, вам понравились. Теперь шот. И рифу. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравились данные звуки, вы их скачаете, да, их скачивать могут только под мои подписчики, поэтому, друзья, если ты подписан на канал и поставил лайк под видео, то для тебя не будет никаких проблем скачать это видео. Если ты до сих пор не подписан на мой канал и не поставил лайк под видео, то тебе придется это сделать, иначе ты не сможешь его скачать. Друзья, я вам делаю все-таки как бы это... Серьезно, у очень малых самперов вы найдете вот такие прям все звуки. Может, да, там 1-2, но не все 10. Вот эти все 10 звуков, они не проскальзывали нигде, ни на самоцах, ни в группах. Это, друзья, реально очень закрытые. Ну, не то, что закрытые, это реально очень крутые звуки. Я думаю, вы сами это слышали. Ну вот, что ж, всем спасибо за просмотр. Приходите на Evolve, играйте вместе со мной. Айпишник будет в описании.
Вот, и указывайте промокод хэштег Тайсон при регистрации. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!